Куда вы? Звучание их главный козырь, поэтому прежде всего солист Billy's Band настраивает свой голос. Хрипотца и контрабас Билли Новика – фирменный почерк питерской группы. Настройки музыкального инструмента одни на все времена. Вокальные данные меняются год от года. Это уличный вокал, это уличная закалка, когда нету ни микрофонов, ни акустики. Вот, например, в театре есть естественная акустика. А это уличная озвучка площадей, улиц. И голос сам находит, как ручеек, куда ему течь. Компанию контрабасу составляют гитара, саксофон и баян. В сочетании таких звуков и рождается питерский алко-джаз. Как поясняют участники группы, романтическая свободная музыка, обязательно с русскоязычным текстом. Их уже успели понять и принять мировые джазовые фестивали. А появиться этот проект мог только в культурной столице России. В Питере как-то люди изначально чувствуют, что да и нифига мы музыку не заработаем, давайте просто играть, как нравится. И потом, когда уже начинают там приезжать там первые, там вторые разы в Москву, все такие: вау, что это, у нас такого нет, давайте, значит. Billy's Band начинали играть на маленьких немецких улочках, затем переехали на сцены российских клубов. Сейчас им запросто покоряются театральные подмостки, и музыканту, по большому счету, все равно, где играть, ведь от размера зала меняется только набор концертных песен. Саратовцам выпал набор композиций для оперного театра. Услышать питерский андеграунд местные ценители могли впервые. В том, что поклонники найдутся, организаторы не сомневались. Нравится то, что люди делают действительно что-то необычное. Не попса, это что-то интеллектуальное и хорошее. Я вообще люблю хорошую, необычную музыку. И являюсь давним поклонником Тома Уэйтса, естественно, не мог пропустить концерт, в том числе и Billy's Band. Громкий прием на первых секундах концерта для Billy's Band – ситуация привычная, хотя их песни – не формат для большинства радиостанций. Рождественская открытка от проститутки из Миннеаполиса. В общем, извращаться можно по-любому, по-разному. Заставляют, но что за деньги-то не сделаешь. Сегодня вопрос денег – тема для шутки. Алко-джаз приносит прибыль, но Billy's Band принципиально не ездит в длинные гастрольные туры. На то он и андеграунд. Нина Мышкина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.